Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки! И огромный вам вот такущий привет от рок-группы Волощука СД! Мы знаем, что вы очень сильно по нам соскучились, что прям жить не можете без нашей музыки. И поэтому решили, не откладывая в долгий ящик, пригласить всех вас на наше выступление 7 июня на моторок-фестивале «Дайте дорогу», который будет проходить в долине Иволга Тверской области. Мы исполним там целый ряд своих новых композиций, но особый подарок мы приготовили мотоциклистам. Это две новых песни про байкеров, про их подруг и, конечно же, про знаменитые мотоциклы Harley Davidson. Поэтому посещение данного моторок-фестиваля и нашего выступления на нем для детей желательно, для любителей рок-музыки обязательно, а для байкеров это просто жизненная необходимость. Ждем вас 7 июня, наш выход в 9 вечера. До встречи в долине Иволга. И дайте мне дорогу, не держите меня, не говорите, что еще рано, я хочу на фестиваль, дайте дорогу!